1 июня 1914 года на скаковом ипподроме возле Самары произошел кошмарный случай, наделавший переполоха в городе. В скачках участвовал лучший ездок города Корнет Верховский, пользовавшийся большой популярностью у самарцев. Перед началом состязаний многие видели его в ложах среди публики, живого и здорового, и ничто не предвещало печального конца, который последовал совсем скоро. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».